Здравствуйте, дорогие друзья. Я, как и обещал, сделаю вам подъем на 800 ступеней без прерываний, то есть нон-стопом. Самое главное, когда уходите с этого пляжа, это не забыть ничего здесь, потому что возвращаться будет прям очень печально. Я вот 10 раз все проверил, и сейчас мы с вами пойдем наверх. На календаре сегодня 26.05.2022 год. Температура моря 19.2, температура воздуха 30.1. Тут ветер останавливается, и прям очень хорошо. Виды, конечно, здесь наищикарнейшие. И я вам советую, если вы здесь не были, обязательно приходите, гуляйте, наслаждайтесь. Теперь нас вверх ждет 800 ступеней удовольствия, счастья для любителей кардио, желающих похудеть, ну или просто для людей, любящих активный образ жизни. Надеюсь, что у меня все получится, а вы все это сейчас увидите и прочувствуете, как это будет. Камера будет на меня, буду поворачивать вам ее иногда для видов, ну и будем ловить эмоции, которые здесь сейчас будут. Так. Раньше здесь были ступеньки подписаны, их обязательно подписывали те, кто идут снизу вверх. Но еще могу рассказать лайфхак, если вы пришли, спустились сверху вниз, можно уйти туда. Правда, прыгать придется по камушкам, но все равно это довольно-таки удобно. Вот не будьте такими людьми, которые бросают мусор, не уносят его наверх. Я человек другой, заберем чужой. 800 ступеней чужой мусор вверх, чтоб мне жизнь медом не казалась. У меня правая нога, есть повреждение на голени, и вот оно мне уже дает о себе знать. Еще когда спускался вниз, уже это прочувствовал. Так, что-то там было подписано, что вроде соточку мы преодолели. То есть впереди еще 700. Так. Как вы думаете, я сейчас доберусь или не доберусь? Вот ваши ощущения от увиденного. Такой толстый Юра ползет вверх с рюкзаком. Рюкзак там все мои вещи, которые были на мне, джинсы, кофта. Или тут только соточка. В общем, я не знаю, сколько раз мне еще поднять. Было бы хорошо, если бы шаг был побольше. И здесь можно было бы там через две, через три ступеньки переступать. Но здесь они довольно-таки крутые. И ноги очень быстро забиваются. Наверное, тяжелее всего это идти и при этом еще разговаривать. Так, 3 минуты. Подъем нормальный. Раньше как-то активнее подписывали ступени. Надо худеть. Было бы гораздо легче ногам работать. Да и старость уже, наверное, чувствуется. О. Я бы так сказал, бросай курить, не курю. Ноги уже еле поднимаются. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы блогер? Да. Есть немножко. Останусь им, если дойдут до конца. Хорошо. Хороших успехов. Спасибо. Смотрите, сколько я уже прошел. За самой красивой смотровой уже поднялся. Фух.
Ура! Лучше вверх не смотреть. А в расстоянии еще больше, чем я поднялся сейчас. Фух. Вот это один из крутых подъемов. Двигаемся. Если вы преодолевали ступеньки, обязательно пишите, сколько у вас на это времени ушло. Кстати, вот там семейство идет впереди с маленьким ребенком. Вот после такого отдыха, честно, приедешь домой, весь подтянутый. У тебя все будет хорошо со здоровьем. Легкие развернутся. Не садись на пенек, не ешь пирожок, иди дальше, Юрок. Сколько у нас уже? 6 минут. Концентрироваться надо на дыхании. Слушайте, голень забилась до такой степени, что вот эта боль разрыва вообще пропала. Я надеюсь, всем, кто сейчас дома сидит, пьет пивасик там, пишет: Юрец, Юрец, давай за твои ступеньки. Кстати, вот раньше, когда были подписи ступеней, было поприкольно, ты примерно знал, сколько идти. Кстати, говорят, тут не 800, а или больше, или меньше. Если считали, пишите. Я дохожу уже практически до второй смотровой. Ничего себе, машина. Заровский, ты можешь? Да, но сзади страшные картинки открываются. Я свободен. Тихо, только не назад. Толстячок ползет вверх. Шикарно. Мы сможем. Или вы сможете. 8 минут. Осталось еще чуть-чуть. И полжизни позади. Еще 200. Нашел надпись первую со ступенями. Давай, давай. Юрий, ты можешь. Тут становится почему-то тяжелее всего. Давай. 10 минут.
я уже говорить не могу. Если я не говорю в начале, мне кажется, я был бы уже выше. Слишком много воздуха потратил именно на разговоры. Ух, красота. Раньше мне легче надавалось. Я, наверное, 110 килограмм сюда еще никогда не ходил. Меньше весил. Это, по-моему, первая зона отдыха. А ты спускаешься сверху. И виды. Просто фантастика. Побежу. Где-то 10 минут. Не знаю, сколько я внизу болтал. Ноги разработал. Просто огонь. Друзья, я это сделал. Но теперь быстрее домой. Монтировать сюжет сначала предыдущий, а потом этот. Я живой, это самое главное. В общем, от души ставлю лайк. И забирайте с собой чуть мусора. Всегда. Пишите в комментариях, если преодолевали, то за сколько удалось это вам. Фух, пока.